Харьковской области погиб мужчина из-за взрыва артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны в селе Пролетарка. Об этом журналистам сообщил представитель Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области. Согласно сообщению, взрыв произошел на территории частного домовладения. По одной из версий, мужчина разбирал снаряд, в результате чего произошел взрыв. Других пострадавших нет.